Здравствуйте, дорогие друзья. Матч, будем так говорить, в котором встречаются Эво и Симус. Старые друзья зашли на турнир к нам одновременно в осеннем чемпионате. Ну, Эво, конечно, по организации чуть сильнее на вид и комфортнее им, так будет так говорить, проходить своего соперника. Но Симус регулярно дает классный бой своим друзьям-соперникам, если можно их так называть. Эво, я просто напомню, играет в черных футболках, играет за них Еременко, Пелюшенко, Брикун, Шевченко, Моисеенко, Амельченко и Думанский. Это в сегодняшнем составе. Но за команду Симмонс играет Кощеев, Лавроненко. Пришлось немножко замок. Не, потому что едва ли не был гол. Дубицкий, Чеботарев, Захаров и Ануфричук. Сегодня нет, как я понимаю, Бондаренко Марка. Он бы очень помог команде Симмонс как раз таким именно принципиальным, дружеским. Но одновременно все-таки, я думаю, интересным соперником для команды Симмонс. И Пелюшенко дает голевую передачу. 23-й номер у нас забивает. Быстрый мяч от Моисеенко. Две минуты Респана добилась, чтобы забить старт. Будем так говорить, с удачной защитой не получается у команды Симмонс. Ну и будем так говорить про рост команды. Эва все-таки за период выступления у нас на турнире смотрятся более такими подкованными, более опытными и достаточно более сильными командами. Кощеев сбрасывает направо. Лавроненко. Активно его там прессингует Думанский. Кощеев хорошо поставил корпус здесь. Дубинский, если не ошибаюсь. Да, это он и есть. И Дубинский Роман все-таки не отдал передачу направо. Пелюшенко. Ударная позиция. Кощеев блокирует перед собой. Простой удар. Даже для полевого, хоть и сильный. Особых трудностей он такой, я бы сказал, не доставляет. Интересный дриблинг от Чеботарева. Захаров. Мы разыграли Эва. Пелюшенко подключает голкипера. Сегодня на воротах Брикун. Брикун на Думанского. Пытается отобрать Ануфричуку. Зачем бил, не ясно. Можно было попробовать отдать на Захарова-то Артема передачу, но решил уже, наметился, нацелился на удар. И таким образом не столь опасно получилось. Но удар, кстати, по силе удался достаточно хорош. Моисеенко. Зад немножко. Хороший дриблинг от Шевченко. Сергей на Моисеенко. Думанский вплотную пробивал. Заблокировал этот удар Сергей Чеботарев. Всего 6 футболистов за Симмонс. Ну, одна замена и 7 футболистов за Эво. Малый сбор такой. Непривычно малый. Больше даже, скажем, для Эво. Шевченко на Пелюшенко. Брикун. Нарез последовал больше скорее туда, чтобы кто-то поборолся. А особо никого желания не было, как мы видим. Шевченко. Моисеенко. Хороший перехват удается сделать Чеботареву, но не до конца. Не настолько хороший, чтобы завладеть мячом как следует и попытаться пойти в контратаку. Думанский. Слава придерживает мяч. Такое впечатление, что просто поджидает там Ануфричука. Пелюшенко. Снова на Думанского.
Туманский на Пелешенко. Дальний навес. Это выше, это не опасно для Кощеева. Очень скучал по футболу, я думаю, Дмитрий. Что тут говорить? Некоторым он снится, пока ты на травме. И со мной такое тоже случается, поэтому будем так говорить. Нам и так понятны эти, к сожалению, неприятные травмы. Здесь немножко фалит. Пелешенко не поспевает. Будем так говорить. И тазом подправил проход слалом от Унуфричука. И, конечно же, это фол. Дистанция примерно 12 метров до ворот. Чеботарев, по всей видимости, захочет нанести удар. Разыгрывать особо я не припоминаю, чтобы Симмонс как-то пробовали. Ну, предлагается там и Захаров. Можно на него попробовать сыграть. Решил прямой удар делать. И вот пока что это в стенку. Пока что это не так опасно. Мы разыграли через голкипера. Кощеев. Хороший отбор, Думанский. Классно в разрез отдавал передачу. Ну, какой-то странный сейв, друзья. Ну, все-таки блокирует удар. Амельченко. Снова Амельченко. Думанский. Пелешенко. Шевченко. Снова Пелешенко. Пробует и экспериментирует подключать пятого. Ну, для этого нужно, чтобы вратарь уходил из зоны ворот. А вот такие моменты можно и бить по воротам, пока его там нет. Брикун мгновенно возвращается, и момент, будем так говорить, утерян. Дубицкий. Чеботарев. Замахи в разрез. Удается забить команде Симмонс. Я, честно говоря, пока запись вел, проглядел, кто у нас отличился. Анатолий, уточните, кто забил. Я за курсором следил. Спасибо. Батарев у нас забивает гол на 7-й минуте. Таким образом, сравниваю счет Симмонс и показывает сегодня характер. Пелешенко. Выходит на ударную позицию. Пелешенко, Брикун. Честно говоря, нужно попробовать Симмонсу наказывать за вот такой уверенный выход из ворот Брикуна. Я к тому, что есть шансы. Таким образом быстро сравню. Кощеев ориентировался. Это у нас, конечно, настучали, будем так говорить, по ногам. Еременко получает желтую карточку. Кощеев. Пелешенко опережает, ведет борьбу там активную. Дубицкий, Роман, Лавроненко, Чеботарев. Чуть нужно было сужать зону Дубицкому. Неточный пас на Еременко от Шевченко. Будет аут для Симмонса. Захаров на Чеботарева отдавал. Уже Брикун подключается. Смело выходит вперед. В который раз. Ну, вот удар этот свидетельствует о том, что идей мне было, как дальше двигаться, что дальше делать. И таким образом попробовал действовать. Классный отбор, почти что удался, но Шевченко вовремя среагировал. В разрез отдает на Амельченко. Ставит корпус Амельченко. Еременко. Евгений Еременко, Шевченко.
комбинирует сейчас Эва. Больше владеет мячом, но всегда им не просто забивать Симмонсу. Честно, я вот подметил такую странную, наверное, какую-то тенденцию, когда играют они с Симмонсом, они просто тотально контролируют мяч, но удары почему-то предсказуемы для белых. Такое впечатление, что просто тучу матчей сыграли еще до турнира друг с другом. Ну и сейчас как-то как не есть удивление, что же будет делать каждый из них. Но я в это не верю, я верю скорее в то, что это совпадение. Захаров, красивое открывание, ну попробуй обыгрывать. Нужно было все-таки, мне кажется, обыгрывать. Терешенко сам смело на скорости. Кащеев, Захаров. Вперед Дубицкий бежит, обыгрывает. Ну и будет ли удар? Есть удар. Бекун сейф, друзья. Такой первый конкретно важный и серьезный сейф. Могли вперед вырваться Симмонс. Но гол-то по победам у них, я думаю, уже как следует разошелся. Еще одна прекрасная комбинация. Начинает набирать обороты. По-моему, Симмонс. Единственное, что, конечно, замены, я смотрю, не всегда корректно делают. И судья повезло, просто не подметил. Кидать нужно поле в зоне, где и выходить. Такое смело желтую карточку дают, ну а потом и красную, вторую желтую. Лавроненко. А ну Фричу хорошо обработал, а вот дальше никто не подключался. Один из немногих матчей, где, будем так говорить, первый тайм, могут сейчас выиграть Симмонс. И, честно говоря, я в это верю, что получиться у них это может. Чеботарев, хороший проброс, смелое решение. Ну, дальше уже Брикун отвел своим, будем так говорить, отвлек своим подкатом. Владимир Брикун будет вбрасывать. Опережает Дубицкий Омельченко. Дальше, конечно, пас уже просто не дал, не смог отдать. Попытка ударить от Евгения Еременко. И тайм-аут для Симмонса. Почему нет? Правильно. Нужно восстановить дыхание и посмотреть вообще за ситуацией. Одно но я могу сказать, что после какого-то отдыха или первой минуты всегда очень расслабленные. Для Симмонса это есть некая ошибка, и нужно стараться подстраиваться, наверное, под такие моменты. Звучал свисток. Продолжение игры. Чеботарев. Классный проход. Шевченко. Чеботарев, разрез, а ну Фричук. Ну, конечно, поблагодарил за передачу, но работу проделать, чтобы обработать, как-то зацепиться за мяч, пришлось немало, и то результат, конечно, очевиден. И не так хорош, как, наверное, того бы хотели Симмонс.
Шевченко. Чеботарев на Ануфричука, Ануфричук снова на Чеботарева. Поборется ли Дубицкий? А смотрите, друзья, у нас пустые ворота, мяч-то идет. Отрабатывает Пирюшенко. Вот благодаря, конечно, его скоростным качествам часто он выручает Таева. Снова Чеботарев. Лавроненко. Ануфричук. Классно комбинировали. Даже не готов был девятый номер к такой передаче. Шевченко ошибается. Поборется ли Ануфричук? Думанский пяткой сбрасывает на Пилюшенко. Будет убегать и протягивать. Ну вот, вроде как и зону освободил. Там Моисенко, беги, мол, вперед. Он в данный момент решил сыграть через передачу. Александр. Классный проход Чеботарева. Будет ли дальше обыгрывать? Пообыгрывает. Не очень уверенно там Брикун играл. И дальше это продолжилось просто выносом мяча в зону. Это шанс был только что для Симмонса забивать. Разошлись. Наверное, все-таки есть тренировочный процесс. Ну или стало обидно, что не выигрывали. Захотели побеждать Симмонс. Камельчик. Кощеев. Захар в разрез. Хорошо на Ануфричука. Ошибается Ануфричук. Пытается продавить своих оппонентов. Вот снова через назад. Снова Захаров. Ударная позиция. И это гол, друзья. Выводит свою команду вперед Ануфричук с передачи Захарова. Разыграли Эва. Подбирает Чеботарев мяч у Амельченко. Пилишенко попробовал пробить. Кощеев. Хороший вброс на Захарова. Тут ведет борьбу. И в отбор Артем Захаров вступит. Дубицкий не достает мяч. Опасно. Моисеенко. Ну, тут не было фола, друзья. Нужно продолжать играть. Чеботарев. Моисеенко. Захаров. Артем Захаров. На Чеботарева в разрез. Эта передача читалась. Думанский перехватывает. Три футболиста. Команда Эва вперед. Направляет Пилишенко на перекате. Это удар от Моисеенко. Блокируется он командой Симмонс. Дальше уже неверный аут. Почему неверный? Да просто как-то вперед туда пнули мяч. Мол, что-то само там создастся. Нужно, конечно, с идеей какой-то явно развивать свои моменты. Иначе просто будет терять мяч. Еременко. В разрез Евгений отдавал передачу. Лавроненко там помешал его действиям. Чеботарев. Дают ему время подумать. Наверное, все-таки зря пошел в обыгрыш.
Это еще и падение закончилось, можно было пробовать действовать через передачу. Хорошо предлагались оппоненты по команде. А тут уже Лавроненко и вовсе отдохнуть своему партнеру не дал. Об этом тоже не мешало бы подумать. А Мельченко в разрез, Кащеев просто на вынос. Минута играть у нас до конца первого тайма, и 2-1 выигрывает команда «Симмонс», друзья. Это, наверное, один из немногих матчей, в которых в первом тайме «Симмонс» может одержать победу. А это уже полдела. Еще один аут, Пилюшенко. Рядом Думанский, Брикун, Бобровки открывается, будет удар. Это больше не удар, это вынос, друзья. Придется мне подать мяч. Навес. Хороший, плотный удар от Думанского, правда, в своего. И первый тайм окончен. 2-1 выиграет «Симмонс» на перерыв.